В каком же я тильте, нахуй? В каком же я тильте? Я вышел! Я вышел на улицу! Я вышел на улицу! Знаете зачем? Я прошел до киоска, чтобы понять, что он закрыт. Я дошел до самого конца, я дошел до киоска, а он закрыт. Это пиздец, я сижу без сигарет. Я, блядь, вышел на улицу первый раз за, блядь, 2 недели. Дошел до киоска, а он закрыт. Это пиздец, я не знаю, это такой пиздец. Это вообще... Так, короче, я закрываю экран и пишу моему соседу, если у него мама, у его мамы сигареты. Где он? У меня вообще в друзьях есть? Мы с ним когда-то общались. Блять, он был в онлайне 4 дня назад. Это пиздец. Доставка сигарет в городе Харьков. Вызови такси, попроси его купить. А так можно? Ну-ка, давайте попробую. Типа, что, мне надо начали вызвать? Подожди. Комфорт, комфорт плюс. А он, извини, у нас в Москве, в Харькове нет комфорт плюс, комфорта. В Харькове вообще нет выбора, блядь. В Харькове только просто можно вызвать машину и все. Даже без выбора, блядь, какую. И там каждая машина, блядь, в 100 раз хуже, чем самый паршивый эконом в Москве. У мамы зашла денег, может, она мне заначку ставила? Бля, если скажет, иди нахуй. Так а что это? Это же для него изи вообще. Он же просто привезет и все. Все, я заказываю, короче, машину. Позвоню ему, скажу. А как мне говорит? Здравствуйте, короче, я заказал машину только для того, чтобы мне привезли сигареты. Можете ли вы мне, пожалуйста, купить сигареты и везти меня никуда не нужно? Так надо говорить. А куда мне, блядь, ставить точку тогда? Ладно, все, давайте. Все, я так и делаю. Мне похуй. Я хочу курить, пиздец. Все, ставлю. У меня есть Uber X и Uber Select на 10 гривен дороже. Минималка, кстати, 60 гривен для Харькова, это пиздец. Он не берет трубку, я пишу смс. Я вырубаю не потому, что чтобы не было мемно, а потому что он вдруг скажет случайно мой адрес, поэтому я не беру. Здравствуйте. Я вызвал машину. Блять, так будет слишком дерзко. Да, пишу так. Не могли бы вы купить сигареты? А, к сожалению, водитель отменил поездку. Ну и пошел. Он даже. Я ему даже не написал ничего. Типа, ну, он отменил, но я ему ничего не писал, если что. Вот Дмитрий. Ну по нему сразу видно, что нормальный мужик. Так, ладно, я хочу звонить этот поезд. Я просто. Здравствуйте. Можно вас попросить? О, сразу прочитал. Блять, у меня еще налички нет, у меня налички только, блядь, на... Это пиздец. Так, он ответил что-то? Прочитал. Давай, Дима, 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 давай! Дима! Он ничего нет, он даже не пишет, блядь. Ну, Дима, ну вот и есть. Только не отменяй поездку, чел. Ну, Дима. Блядь, ну ответь мне. Он пишет. Он пишет. Давай. Давай. Отменил поездку. Мне похуй, я буду по КД заказывать. О, Сергей. Поехали, новый. Так все написал получше. Я не буду звонить, я не буду ни с кем разговаривать по телефону. Да бля, почему в Москве? О, он что-то отвечает. Как написал какие? Я написал какие? Так. Написал купить там пальчик, похуй, сколько? Бля, Серега! Сука, все Сереги охуенные мужики, реально. 5 звезд просто. Написал понятно. Написал понятно, блядь. Короче. Если ты Дима, блядь, реально, Дима это пиздец. Вот, короче, а теперь каждый раз, когда буду слышать имя Дима, буду вспоминать чела, который просто отменил поездку, когда попросил у него купить сигареты. Вот, чел, если ты Дима, блядь, это просто пиздец, реально. Быть Димой, это охуеть можно. Я написал ему, написал, что на фотокарты. Написал я. Он написал... Бля, он еще вообще... Вот он написал просто сразу. Он просто написал одно слово. Какие? Я написал, и он написал... Написал какие, и написал про оплату карты. И он написал просто. Понятно.
Все, это просто золотой таксист. Это не 5, это 305 звезд. Это просто гений, это лучший таксист. Господи, он сейчас просто... Вот он как раз остановился, он, короче, остановился около супермаркета. Прикиньте, он около супермаркета остановился. Он стоит около супермаркета, покупает не сиги. Ёбаный рот, это просто гений ёбаной жизни всей. Просто... Господи, это просто, это чел, я не знаю, это мой второй отец какой-то, я не знаю, просто. Это просто лучший человек на планете Земля какой-то. Просто два слова, какие, понятно, это все, это, понимаете, этого чела, это просто. Я в шоке, реально. Неужели надо быть гением? Блять, это же около моего дома, ты, сука, гений, блять! Жека, да Жека по-любому следит за стримом, Жека все знает. В аптеке сейчас, я закончила медшарагу в Казани. Блять, это Серега, это просто. В общем, да, я случайно попала на 5 лет в Казань. Вообще, я там родилась. Ой, Серега, Серега, короче, это просто пиздец, я сейчас расскажу, я сейчас пойду покурю. Привет всем моим одноклассникам. Я сейчас пойду покурю, а потом просто приеду, просто охуенно. Блять, Серега, это просто, отвечаю. Это просто мой второй отец, я серьезно говорю. Вот, а потом еле-еле закончила шарагу. Ты видел первый раз в жизни, да, второй батя, просто второй батя мой. Ценник, помнишь? Если честно, нет. Блять, не все герои носят плащи, реально. Просто не все герои носят плащи. Не все герои носят плащи. Короче, это пиздец. Я выхожу. Стоит Серега, говорит, сигареты стоили 142 гривны. То есть он вообще не накинул, сказал 142 гривны. Три пачки стоило? Он сказал 142. Вообще ни на гривны не добавил, короче. И говорит, 50 типа за машину. Я ему типа кидаю. Там чуть побольше, короче. Типа кидаю ему на карту. И такой, все, он дал мне три пачки. Я такой, ебать, вообще в ахуе. Просто иду домой, захожу в квартиру, короче, и он мне пишет в Uber. Отмени сам поездку, потому что если отменю я, у тебя спишут деньги. Прикиньте, это пиздец. Он говорит, отмени сам, чтобы деньги не списал. Я в ахуе был просто, просто был в ахуе. Ну, я, короче, отменил, но мне все равно списало деньги, типа, ну это похуй. Главное, прикиньте, мотив. Он сказал, отмени сам, чтобы у тебя не списало деньги. У меня все равно списало, но это похуй. Вы просто прикиньте, Серега. Серега, это просто, парни, если вас зовут Серега, знаете, вас просто, это просто благословение, блядь. Если вас зовут Сергей, это просто. Это вообще просто. Так, все, надо Жеку ловить. Где Жека?